ребята, всем привет! Привет-привет! Вы на канале? Все интересно. Ну что, дождались мы весны? Ну, наверное, да. Дождались. И мы сегодня зашли вот по... Сейчас я вам переверну камеру. Вот по этому дереву. Тихо-тихо, осторожно-осторожно. И как вы догадались, куда мы попали? В лес. Все-таки мы были тут в сосенках на карьерах, а это настоящий лес. Шишки. Вон шишки. Мишка кидает шишки. Ну что, идемте смотреть. Пойдем смотреть, что у нас. Что у нас тут есть интересного? Только оттаяло, вон еще снег. Вон там снег, да, еще лежит у нас. Не все даже оттаяло. Идем, вон там травка зелененькая. Прошлогодняя, правда, еще. Но она есть, ребята. Она есть. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Я так думаю, что все-таки шапочки одеть надо. Ну, наверное, да. Все-таки в лесу. В лесу лучше одеть. Давай-ка мы с тобой. Мало ли тут. Так, ребята, вы у нас полежите. Вот такой как раз вам кадр. Шишечка. Крупным планом. А мы идем смотреть, что у нас тут есть. Правда, тропинка еще узенькая, по какой можно пройти. Но пройти можно. Вон и солнышки, и елочки. Ой, какая лепота, и снег. А? Снежок у нас таски. Вон Мишка в лесу. Я на пригорочек, думаю, может, что найду. Вот что и найдешь. На солнечный пригорочек забралась. Ну, вот так вот. Вон он лес. А я по пригорочку смотрю. Но подснежников пока не вижу. Да? Может, подальше, где и встретим. Ребята, что это у нас? Вот тут цветочки-то какие-то начинают выползать. Вот что-то тут... Начинаю, смотри, прям так. Поляночка небольшой. Но еще не раскрыто ничего. Непонятно. Почки вот, смотри. Почки? Да, вот на солнечной стороне вот. О, почечка, да. Набухает уже. Ребятки, вон как набухли почки. О, какие почечки. Что еще у нас тут интересного? Ничего, пошли дальше смотреть. Травка какая-то. Полезла. Ух, лепота. Вот это лепота. Конечно, по пригоркам. Ну, вот сюда еще, вот. Да. Миш. Еще по краюшку, по пригоркам. Вот сюда иди. Да-да, еще по пригорочкам. И по краюшку, и по пригорочкам. Где снег, где? Где вода? И вот так в перебежку. Вот такими вот, да. Пока. Скачками. В перебежку. А в лесу все равно хорошо. В лесу лепота. Вон мы. Идем, лепота какая, ребята. Вот. Вообще. Воздух все равно. Ой, травка какая. О, грибы, Мишка. О. Смотрите. Ребята, это съедобные. Первые весенние грибы. Смотрите. Грибочки.
грибничкам. Привет! Начало сезона пошла. Смотри, сколько их. Ребята. Смотрите. Я вам даже увеличу. Вот. Смотрите, как. Грибочки пошли, да, вон. Раз, вот. Смотрите. Вон. Три. Четыре. Смотрите, вон какая сколько. Полянка. Вон их сколько тут. Прям много. Вы посмотрите. Вон их сколько, глянь. Вон. Смотрите. Я ж не зря говорю, грибничкам привет. Охота начинается. Смотрите, ой, ой, весь пригорок. Но мы-то их не едим. Грибов-то уже много. Но кто любит весенние вот эти грибочки, вперед, а красиво-то как. Вон еще, вон какая красота. Вот, глянь, возле снега прям. Да, сейчас я все засниму. Покажу. Вот смотрите, ребята. Какая красота. Смотрите, снег. Снег и грибы рядом. И грибы. Смотрите, какие. Ой, вообще вся поляна. Ой, и там, и там. Если бы мы их, конечно, ели, мы бы, наверное, ушли с полными корзинами. Смотрите. Вон. Вон уже какой большой. Я даже в кусты залезу ради вас. Смотрите. Вот это сюрприз нам, да? Вот это да. Ой. Неожиданно грибочки. Ребята, это вот. Да, шапка вон как. Это вообще. Вот это я заметила. Как они выделяются красным они прям. Красные, яркие такие. Да. Вон еще. Ой, ребята, там еще дальше. Ну-ка. Вы только посмотрите на это, а. Не, кто любит первые вот эти грибы, точно, бегите. Они пошли. Грибочки, да, пошли. Сейчас я вам переверну камеру. О. Смотрите. Это что-то с чем-то. Вон. Ой, ты, господи. Сколько много. Это да. Хорошо. Старые тебе грибочки. Вот вам. Вечно живые. Вечно живые. Так, а нам через вот эту вот елку опавшую. Как обычно, да? Ребята, ну вот так вот мы прогулялись. Радостно срастало, природа оживает, грибочки нашли. Главное что? Главное, грибы нашли первые. Да. Открытие сезона есть. Да. В апреле месяце аж. Это классно. Ну что, а мы пошли? Ну, пойдем дальше. Снимать для вас что-нибудь интересное. Может быть, еще что-то найдем. А может быть и нет. Но вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Найдем мы или нет. Пока-пока.